Всем здорово, дорогие друзья, доброе утро, с вами Naked, с вами Макс, с вами Виталик. Сегодня мы идем в поход. Я просто еще раз вступление перезаписываю, потому что первый раз мне не понравилось. Вот, все наше шматье, рулон туалетной бумаги, шашлыки, водка, пиво, все, что нужно для выживалого настоящего. И сейчас мы едем на электричку, едем в Истру, на Истринское водохранилище, там разбиваем лагерь и ночуем. Вот, пожелайте, чтобы нас там хорошенько в жопу отымели медведи. Погнали! Удаляй при мне. Чех. Удаляй при мне. В общем, доехали на электричке до Истры. Да. Сейчас сядем на автобус и поедем. Да, Максим собственно... выяснилось, что он без билетника, мы сейчас в штраф. Привет. Да, сейчас вон он там стоит. Сейчас. Как приблизить, блядь? Вон он стоит, блядь, выясняет что-то. Вышел! Бесплатно, блядь, проезжаем. Ебальник, блядь. В общем, вот я вот бесплатно проехал с кайфом. В Москве это все бесплатно. А здесь я должен заплатить штраф, потому что я не местный. Друзья, сколько тебе заплатить надо было штраф? 240 рублей. 240. Ну, потому что, как мне сказал охранник, в вашей Москве все бесплатно. А у нас здесь деньги. 50 километров от Москвы. Он говорит, надо, короче, качаться, надо драться. Мы ему говорим, груша в Москве у нас. Он достает телефон, он спрашивает, где твой телефон? Сколько тебе? 20 тысяч. А я давно покупал еще. Да я там по молодости. Бам-бам. Конец разговора понравился. Это самое было. Если надо будет, на танке поеду. Как этот, что ли? Наш автобус. Загружаемся. Максимально удобно. Очень. Как погодка? Холодно. Никита, там выпал твой костюмчик. Я ебал рот на бобус, блядь, пиздец, просто нахуй. Мы как в Турцию ехали, я ехал как просто, как младенец. Чего не вставляй? Бен, это не вставляй. Я ехал просто как младенец. Я ебал, как путасу с перцем просто. Я чувствую себя путасу с перцем. Когда мужик стоял вот так, у него такой путасу, блядь, вот отсюда, блядь. Путасу с перцем. Просто, блядь, охуенно. Такой путасу с перцем. Я считаю, что поездка прекрасна. Свободный воздух Америки. Ламишина, мы приехали, сейчас отправляемся, ищем точку. Да. Да, ребят, да! Красава, Марать! Красава, Марать! С каким он ебальником ехал в электричке, блядь? До Истры еще далеко. У меня Чернобыль был обеда, блядь. Бля, пойдем, ёпка. Чернобыль приехали, вот это выживать будет. Самый главный, Белгрил. Это суперсус, блядь. Вот мы уже в лес зашли. Собака. Наши вещи. Никита. Да, сейчас на разведку Виталик пошел. Местность проверим и будем располагать лагерь. Да. Вот мы и добрались наконец. Тут разобьем лагерь. А так мне единственное, что и смущает, так это то, что есть склон. Знаешь, ебанутый. Там никого не будет. Я вот залезу на то дерево и буду фоткать, слежу. Вот ты на этом дереве будешь фоткать. Да, я все равно это дерево. Жестко. Мама так сказала. Пытался с перцем. Это что за лут, блядь? Тукацкая хрюща. Нашли инвентарь. Это мы понимаем, что выживало. Мы здесь находим инвентарь дополнительный, чтобы выжить. Начинаем потихоньку обустраиваться. Мангал подготавливают для шашлыков. А вон там парни уже палатку строят. Нихуя себе. Никита уже спать лег, да? Вот такую базу в Майнкрафте мы сегодня построили. Блять, поставили мою палатку. Давайте рум-тур по моей палатке. Только закрыл, теперь только открыл. А ну-ка. Ёбаный сыр. Очень круто, очень удобно. Я там спать буду просто охуительно сегодня. А это, блядь, одноместное, что ли? Или что это, блядь, за луп? Ты такой рофлер, пиздец. Топор убери, пожалуйста. А теперь пойду помогать Никите разводить мангал. Стой. Что ты хочешь показать? Помнишь, что ты ходил? Мне можно доверять огнестрельное оружие. Следующий выпуск. Давай. Игра в ножички плавно переходит на улицу. Говно нож. Нарубил дров. Дэн, прости, что нарубил дров. Я хочу извиниться перед тобой. Сейчас, блядь, кашу с топора поедим, успокоимся. Дебилы, блядь. Чуть не нравится, Ник. Вы поддувайте, ёпта, вы стоите пиздите. Свинья пахала? Не надо, Дэн. Да не надо. Вылетит нахуй из руки, блядь, в лоб, блядь, отлетит. В лоб, блядь, и поедем, блядь, в реанимацию, блядь, неотложку вызывать. Не, Максим, знаешь? Ну. Вкусно. Я приготовил уже немножко ломбуров. Когда котелок будет, буду говорить, у тебя котелок не варит. А когда дрова ломают, я говорю, прости, я наломал дров. Круто. И, короче, вот еще что хочу рассказать. Смотрите, вот, видите? Короче, Робинзон Крузо строил шалаш в понедельник. И кончил в пятницу. Ёбаный рот. Чего? Угли близко очень, мясо прям в углях. Так, вкуснее с корочкой. Три корочки.
Охуенно, мясо полетело. Что мясо, это жир ебаный. Может, может свинину или липосакцию сделать, или будет жир. Как в 10 лет по деревьям лазить. Щелкни меня, Наташ. Да, сейчас щелкнуть. Пиздец. Да, в ВКонтакте, блядь. Максим, ебать ты вайбовый. Шашлык готов. Мне какой-то не особо прожаренный попался, но в целом пиздатой. Да, нормально. Ну, там очень вкусный. Мне больше это нравится, он во рту тает. Ну, а кто шашлык убирал? Я? Я. В такие минуты трудно понять, где заканчивается реальность. И начинается мечта. Так, мы тут поебались, потели пиздец, жарим воду. Чтобы Никита смог попить сегодня чай. Достань, кстати, маршмеллоу, сейчас будем вместе с чаем их хавать. Не, ну слушай, вот это гениально, ребят. Видишь? Оп, 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 сука! Блядь! Лови нахуй! Не плачь! Куда? Вон, да, вон. Максим, куда, ёпта, блядь, не воду, вон. Блядь. Я вот говорю, чай в жару самое то. Кто не понимает прикола чая в жару, то что он, блядь, когда ты выпиваешь полную кружку вот практически залпом, вот там за минуты две, блядь. Тихо, то, что он, блядь, охлаждает на самом деле. Ну, многие думают, что это бред, но это так и есть. Это вообще разъём. Тем более, когда это майские лесные ягоды. О, смотри. Огонь! Огонь! И ваши ебаные комментарии. Я наломал дров немножко, извините. Чевничим. Хуявничим. Короче, я, когда пил чай, я выкинул чайный пакетик, закинул его прямо туда на ветку. Поэтому сейчас мы совместим приятное, собственно, с полезным, ну или с бесполезным. Сейчас поглядим. Во-первых, мы берем чай и выкидываем его. Это полезное сейчас было. А приятное, это у меня то, что... У меня сегодня день спины, и я в зал сегодня по понятным причинам не могу попасть, поэтому... Я вот сейчас упаду! Нормально. Челлендж от Денчик-Пенчик, потягивайтесь на обрыве, блядь. Смотри, я пару раз сделал, мне и все, и довольно. Блядь! Ой, не, блядь, у меня плечо свело, нахуй! Еще, блядь, квадробер, что ли? Ай, блядь! На самом деле это визуально легко, там да, да, на самом да. деле не хватает прыжка. Так там не хватает. Блять! Нормально! Там Bear Grylls, блядь, ёпта нахуй поднимается. Молодец! Доказал, что не терпил. Да, мама, я куда. Доказал, что не терпил. Мама, я не пью энергетики, давай. Флэш мне в очко. А у меня с собой флэш. Ой. Я... Голов как хуя, согласен. Котелок не варит. Я фараон. Ебать, ты крутой. Да. Я тип, который музыку да. пишет? Сними, как у Некита Спанч Боба этого ебейшего, это просто да, гениально. Да, Спанч Боба. Это игрушка твоя? Нет, это мой талисман. Некита, если там сейчас не сварится, это у него котелок. Да Никит, ёпта, открой, посмотри, что там. Кому похуй. Помнишь, типа, да? Я вот вижу, да? Да. Я поворачиваю с боком. Пиздец, угарьём. Просто, понимаешь, я в него въёбываюсь, мы просто всем весом давим, и, блядь, палатка вот туда уезжает. В воду, блядь, просто. Водичка просто класс. Канистра просто класс. Мы вышли купаться, а к нам приплыли доебаться. Нельзя, что ли? А что, с пивом нельзя? Ну, на, тогда туда положим. Это что там написано? Я не вижу. Барус какая-то. Барус. Может быть, он у тебя там? А, это Борис. А, это Борис, блядь, поебать вообще. Подожди, наш, стой, наш слоняр. Вот этот бяч охотится на дзяч. Мани. Смотри туда. Время 7 вечера. В общем, небольшой сейчас чиллаут. Поддерживаю огонь в мангале. Макс прилег в палатке поспать, а Никита с Виталиком пошли в магаз, чтобы докупить, ну, маршмеллоу, розжига, может, нарезку колбасы и тому подобное. Короче, сейчас он отдыхается, и сниму для вас обзор на флэш со вкусом маршмеллоу Limited Edition. Думаю, это будет очень аутентично снимать именно здесь, рядом с мангальчиком. Короче, парни вернулись, походу, с пятерочки. Взяли всякой жратвы, маленьких маршмеллоу, которые невозможно жарить. Колбасу, нарезку, все дела, бля, хлеб. И еще вон лежит бутылочка розжига. Нарубили дров. Сейчас будем делать адский хрюч. Возьмем суп со звездочками, смешаем его с роллтоном. Вот мы сделаем обзор.
А будет обзор, обзор. Люди просто от всех мнений запишем. Адская кухня, блять, вон там. Адская кухня от Никиты Рыбакова. Маги и Ролтон. Мне кажется, маги и Ролтон не предназначены для готовки месяца. Тебе не похуй? Давай, ебашь. И дальше? Шоу на ножах, блядь. А чем перемешивать, блядь? На сложке. Еще плюнь туда. На сложке. Давай, let's go. Пока пересекаем 3 минуты и через 3 минуты закидываем лапшу, блядь. 10-8 минут, алло, ты дурак. Ну, 8 минут, 3 минуты, еще 5 минут заваривается это. Бля, охуеть! Самый популярный, самый красивый, самый узнаваемый, блядь. Самый сын шлюхи. Ты еще охуевший, блядь. Он специально взял топор, чтобы показаться еще более мужественным. Блять, это мой топор за 2400, блять. Можешь обменять его за валюту? Вот эту попускную водку купили, чтобы он, просто протирать. Он алкаш, он каждый день заливается водкой. Ебани выпрыгнул. Ты дебил, куда? Ты поймаешь? Все, заканчивай, короче, все, не надо что-нибудь кидать, блять, я уже, ебать. Почему я лез, блядь, за Никита? В смысле, я ничего не сделал? Там уточки плывут. Вставай. Что он не плывет, видишь, вода стоит. А как я не полезу туда купаться? Ну это пиздец, потому что, блядь, нахуй. Дай мне палку длинную, быстрее. Я сказал, Никит, блядь. Палку, я не виноват, он кинул, я уже закончил съемку. Ой, что за бред-то? Какой не надо палкой, блядь. Быстрее, блядь, палку. Ты не достанешь ее. Блядь, ну нам ее в костер надо было. Блядь, это вижу долбоебы, блядь. Блять, я вас маму ебал. Да блять, да подожди, да. Да снимай их нахуй. Чё за бред-то? Она уплывает. Да блять. Блять, Никита, я тебя рот ебал. Я не виноват ни в чём, блять. Блять, пиздец какой. Да ладно, чё? Блять, прям по жопе. Блять, ещё, сука, и дрова, блять, утопили нахуй. Зачем, блядь, нахуй, я не понимаю. Так это я убил, похуй. Мы это жечь могли, блядь, мы просто, блядь, ну достань его хотя бы из лужи, это ебаный. Там есть какие-то приправы внутри? Приправы внутри, да, блядь. Нет, я имею в виду в рот они вот это. Да, они там изначально, ну, добавили. А, они типа вместе с лапшой? Тут суп маги вместе, ну, приправы с маги вместе. Нет, вот здесь какие-то, да. Они сразу с лапшой. Нет, они в пакетах были, они прям там были. Я имею в виду прям с лапшой уже. Да. То есть тут вообще пиздец, блядь. Я не знаю, возможно, это будет очень соленая хуйня, которую, блядь, жрать невозможно. Но у нас выбора не остается, проверим. Итак, можно небольшую оценку вот этого вот моего адского хрюша? Полная хуйня. Общее вкусное. Какая-нибудь Виталик сможет заводить ебало и вкуснее становится. Блять, ну вот это пиздец, конечно. Выглядит так, как будто, блять, насрали. Хуйню неси. Сидим как свиньи, нахуй. Реально хрючево, блять, просто. Мы добились, мы приготовили адское хрючево. Это выглядит как что-то, блять, из книги рецептов пророка Санбо. Кыш, баран, кыш. Блять. Выебай, нахуй. Такой, блядь, сука, твоя ложка утонула к хуям. Да. Что, блядь? Да я на Валбересе пиво заказал, блядь, Балтик. Вон оно в пакете, блядь. Лови. Бля, давай, ловлю. Да стой, пиво. Бутылочка нашего лучшего Шантане. Блядь, лесные, которые Никит смоет, это вот примерно да, там, да. Такая же тема, блядь. Уже выживал. Сидят, живут, блядь, все, супа, семей зовут. Не, подожди, а где, почему не чувствуется вкус говяжьего? Блядь, ты что, рофлишь, блядь, какая нахуй говядина, блядь. Надо название, а не говядина. Ну, подожди. Априори, блядь, у тебя порошок нахуй из рофла не может быть по вкусу как... Бля, я имею в виду, где сам соус-то, который там у них есть, у так, так это не соус, понимаешь, там соуса не было. Там была только, ну, там был только порошок. А, да? Да. Убийца. Да пошли нахуй все, блядь. А, вот. Вы заебали меня уже, затрахали, блядь. Да, ну у тебя пиздец, конечно, это, блядь. Что у меня, блядь? Что у меня, нахуй? Руки искусственными комарами, да, блядь. Дэн, ты охуенно на камеру будешь. Нет, нет, все. Нет. Чё ты, блядь? Да забыл, как это слово ебаное называется. Красава, морачка. Вот так, блядь, слово пацана питаешь, блядь. Так он на разрез чушпады вот так приготовили. Тут просто все в говне, все в макаронных, блядь, изделиях. Некит! Да. Чего? Митя! Давай сюда нальём. Блядь, как гастарбайтеры нахуй скинулись на душки и халаем. Если, блядь, блевать хочешь. Мне вас выставляют, как кто-то, блядь. Здесь с детьми такой проходит, давай возвращайся. И мы тут, блядь, сидим, хуй на копточках. Какой-то
Из мисочки, блядь, кошель. Короче, надо вот этот адское хуйче выливать и чай делать. Заебал это жрать. Блядь, даже не есть, это просто жратва вот это, блядь. Просто для столовой она. Это даже не еда, блядь. Меня единственное, что смущает, то, что здесь сухая трава много где нет, лежит. Нет. Мы еще сидим, мы же не спать, не будем спать, блядь, и оставим костер, блядь. Оставим. Крепкий парень пытается развести костер. Кстати, вот эту вот залупу большую, нет, мы не знаю, нахуя его положили. Не нахуя, а на землю. Может, в этой яме, слышь? Это котел, о, брат. Бля, ее помыть надо, что с ним? Фига, Гуш. Мне нужно, чтобы кто-то воду подержал, я помыл эту кастрюлю. Ну или подержи, поснимай меня, пока я буду кастрюлю мыть. Да просто все в говне. Вот эту, кстати, хуйню надо тоже убрать. Да. Где? Какая сучка. Давай ее, блядь, сука. Давай ее, блядь, сука, семей. Ладно, не надо ее. Давай, блядь, посмотри. Да не надо ее, блядь, ну не надо, блядь. Зачем вообще? Бро. Бля, блядь, она как будто стоит просто. Ей вообще похуй. Бро. Бля, она вот тут сейчас просто съест. Ну не надо издеваться, блядь, на ней. Ну стой, блядь, ну, брат. Да, блядь, не трогай ее, пошли, блядь, блядь, нахуй она тебе нужна, блядь. Я хотел к воде отнести, хотя это может быть забыл. Блядь, может быть ей здесь хорошо, нахуй, она сама, блядь, разберется, к воде он ее хочет. Иди, сука, блядь, при первом же, блядь, делом бы ее в костер бы, блядь, кинул, она бы орала. Блядь, баба с костюм ведром, блядь. И, блядь, не отмывается тут макароны, блядь. И уже одно целое, часть команды, часть корабля, нахуй. Что зеленый слоник, блядь. Это выглядит пиздец тупо. Братишка, блядь, я тебе покушать принес, блядь. Да, блюз, оп, говно, оп, блядь. Фронтейм, Дэн. В данный момент у тебя реально котелок не варит. Ёбаный в рот, блядь. Пошли в пизду, блядь, комары, нахуй. Заебали, у меня просто все руки, нахуй, в комарах. Никому не интересно это, нет, я не буду это показывать. Смотрите, он сосет. Немножко погружаю в обстановку, что у нас происходит. Здесь, как я говорил, у нас зона варки. Еле-еле ебались с Максимом. В итоге потом разожгли мангал, ну вот. А вон там ребята жгут костер, просто чтобы свет был, тепло и комары не кусали. Ну, сейчас у нас водичка скипит, пойдем делать чай. Блять, просто чтобы вот и тот огонь заработал, и этот огонь заработал. Я там, блядь, такое полено разъебал. Ну, я не знаю, может, в кадре было такое длинное, прям большое, не знаю, 3 метра, наверное. Просто за весь день по чуть-чуть просто расхуячил. Сейчас его просто в щепки нахуй разнес, блядь. В итоге вот оно, блядь, кусочек. Я не знаю, видно на камере, что я потный, блядь, пиздец. Ну, наверное, видно, блядь, я просто нахуй, блядь. Я чего я жалуюсь, я в принципе за этим мы сюда и приехали, собственно. Просто иногда нужно отвлечься от civilization, от всех этих людских забот ебаных. И вообще думаю сейчас пойти окунуться, потому что, ну, это пиздец, блядь, с меня льет как со слона. Прикурить не надо? Нет, спасибо. Ребят, мы с Никитой сверчка нашли, охуеть. Вот сверчок сидит. Показывай. А теперь оп. Охуеть, сверчок. А теперь оп. Бля, ребят, вы когда-нибудь видели сверчка вживую? Я охуел. Тут были до нас просто какие-то чуваки, ну, точнее, они пришли, вот, когда мы днем были, да? Да, это факт. Я подумал, что они что-то оставили. То ли, ну, вот эта вот лампочка, которую ломаешь, она так светится. А ближе подходим, ебать. На самом деле, очень круто. Кстати, на камере как будто поярче свет придается. Но он не то, что поярче, он понасыщеннее просто. Ну, да. Ебануться. Очень круто. У меня кузнечик на ноге сидит. Нихуя, он сидит? Боже, чаще поставить, скакал. Бля! Смотри, берем розжиг, сначала обливаем, да, палатку, где сидит некит. Да. Да, и потом дорожку вот так хуярим туда. Так пойдем их отпиздим, хуям собачьим. Не знаю, что кажется. А, Макс? Кажется, они, наверное, что-то забыли и поехали сказать. Я думал, ты хотел сказать, наверное, они что-то задумали. Они что-то замышляют. Они заряжают пушку. Зачем? Они будут стрелять! Некит, тебе страшно, что ли? Че не орать-то, блядь? Я тебя сейчас злым дядям отдам, Некит. Не, знаешь, что Некит говорит? Так, встаем в караул, только одно условие, я 8 часов сплю. Так это реально может быть береговая охрана, в этом-то и прикол. Она сюда прям едет. Меня уже раздражает, нахуй, этот поход, нахуй домой. Ты уже заебался, блядь. Куда, блядь? Да это какая-то хуйня, блядь, нахуй, в каком-то напряжении постоянно плывет. Это че, блядь, вообще, нахуй? Что просто нахуй поедешь, а взрыв, блядь, будет, нахуй? Просто беспилотник. Туши, уже хуям. Ладно, похуй, штраф 50 тысяч на 4-х, это не так мало. Ага, блядь. А, очень хочется, ага, очень, блядь, хочется мне, блядь, платить, сколько, 15 тысяч, блядь? Тебе вкусно 15 тысяч платить, что в поход сходить? В следующий раз тоже пойду. 15 тысяч чисто на сырок. Ну, скажем, товарищ полицейский, 2 дня будет. Глушь мотор. Пойдем вниз, проверим, что там. Пойду туда, блядь.
Пошел разбираться. Никит, Никит, вот сейчас рядом без пизды выйдет. Блядь, Дэн, убери фонарь, блядь. А куда мне убрать, блядь? Ну ты снимаешь какую-то хуйню с на видео, блядь. Блядь, я не уснул нахуй. Сейчас просто вот здесь, блядь, сделали, блядь. Вы же просто захуяли. А знаешь, что он мне, кстати, сказал? Знаешь, что мне сказал сегодня перед вот этим вечером? Он мне говорит такой, блядь, я боюсь, только как в американских сериалах, вот это по базе, блядь, школьники выехали, блядь, считай, ну, молодняк выехал, блядь, наверное, типа сюда. Студентики. Студентики выехали, и потом по ночам какой-то пиздец происходит. В итоге, сука, сидит, HBO смотрит, мы, блядь, настоями стажами, блядь. Вот, в воде, сейчас я вот со вспышкой не особо видно, но там в воде была какая-то черная точка, ну, типа, как на голову похоже. А потом он такой, там небольшой такой брызг, и там как бы круги начали расходиться от него. Может, это просто рыба вышла подышать, ну, типа кислород, они же дышат. Похуй, это, блядь, голова крокодилия нахуй была, блядь. Там, блядь, такой как бегемот сом, нахуй вышел подышать, блядь. Сом из Чернобыля пришел. Сука, истринское чудовище, блядь. Недаром там кости валялись, блядь. Ладно, короче, ложись спать, Никита, доброй ночи. Доброй ночи. Можно сидеть. Всем доброе утро, но, может быть, не очень доброе, но все же утро. Поспали хуй да нихуя, заснули где-то в пол второго, потом проспали все вместе до четырех. В четыре тут, блядь, две утки ебучие плавали и крякали просто на все вот это ебучее водохранилище. Потом они уплыли, пришли какие-то чилы, блядь, еще пиздели, музыку включали. Потом они ушли, потом я все-таки заснул. И в 8 утра проснулся от того, что вот в это вот дерево хуячил дятел. Ну вот, короче, ждем, пока вон те дятлы, блядь, проснутся. Кипятим им чай и печем им картошку. Спать вообще было пиздецово в том плане, то, что, блядь, палатки стоят, ну вот так вот, нахуй. Под наклоном градусов 15. Ну, у нас вот лучше получается. Строительная вся палатка хуям. Никит первый лег, я второй. И как бы я вот тоже залезал и спал либо вот так ногами в его ноги опиравшись. Один раз вот так лег, потом поменялся быстро, потому что неудобно стало, и опять скатывался ему в жопу. Короче, пиздец. Хуйсос. Чай готов. Когда солнце начало фигачить, это вообще капец. Когда там просто температура кипения, блядь, в палатке. Так палатка нагрелась. Наконец еще и двое, и почти близко лежим. Как же там картошка дымит, блядь, я ебал. Вам с каким наполнителем? Креветки, блядь, в сливочном соусе или сосиски в горчичном соусе? Я не понял. Ты, блядь, в хорошую картошку ходил когда-нибудь? Нет, я не ходил. Охуеть, блядь. Я тоже не раз больше картошки не ходил. Пиздец, блядь. Друзья, всем доброе утро, хорошего настроения и печеной картошки. Короче, сходили немного искупались, пока картошка пеклась. Вот, да, Никит проснулся уже. Делал чаечку. Чаечком вот с картошкой, блядь. Ну, в принципе, неплохая, только жалко соли нету. Ну, только с кетчупом можно захавать ее просто так. Но она и так вкусная. А я очень вкусно. Я старался. Ваше мнение насчет картошечки? Вкусно. Прям пиздец. На этом все, наш однодневный поход закончился, поэтому как твои впечатления? Зарядку еще? Да, зарядку не было, главный минус, мне больше всего понравилось. Хорошие люди, позитивные ребята у нас, поэтому, ну ты, блядь, рот-то не снимай так близко. Все-таки зубы ты не чистил сегодня утром, щетку забыл. Еду сейчас домой харю мыть, короче, насвинячить с едой и лечь заснуть и храпеть. Твои впечатления как? Ну вы поняли. Твои впечатления. Все заебись, отъебись. На этом влог подошел к концу. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока. Кушайте маму, слушайте кашу.